В этом году Дуслык Мано стал площадкой для реализации творческих способностей для 52 вокалистов. В их числе вновь оказался краснокамец Ренат Салихьянов. На международном конкурсе солист районного дома культуры принял участие не первый раз. В 2013 году он занял первое место. Да, я участвую в этом конкурсе далеко не в первый раз, участвую во второй. И в целом по конкурсам очень часто я езжу, участвую. Преимущества перед другими участниками у меня нет абсолютно никакого, потому что каждый раз все это делается с нуля, все это делается абсолютно с самого начала. Особенно даже, я думаю, что тяжелее, потому что у жюри, это жюри примерно в таком же составе, оно присутствует почти на каждом вокальном конкурсе Башкортостана, почти на каждом вокальных конкурсах Республики Татарстан. Поэтому куда бы ты ни ехал, жюри тебя уже знает в лицо, они от тебя уже ждут чего-то сверхъестественного, потому что они привыкли видеть тебя. Они видят тебя далеко не в первый раз, и они ждут чуда, волшебства. И приходится удивлять их вновь и вновь, каждый раз новыми песнями, новым репертуаром, новым образом. От этого даже намного сложнее. На фестиваль национальной песни участники конкурса должны были подготовить 4 произведения. В 2 конкурсных дня проходила демонстрация своих вокальных способностей в народном и эстрадном исполнении. Оценивала конкурсантов опытное жюри в составе народных артистов Республик Башкортостан и Татарстан. По итогам всех выступлений Ренат Салихьянов удостоился звания лауреата 2-й степени. На этом конкурсе я думаю, что уже участвовать больше не буду. Результат, да, очень хороший, это 2-е место. Была проделана огромная работа ради этого результата. Мы работали на протяжении полугода. Мы, начиная от подбора репертуара, начиная от выбора образов, начиная от манеры подачи, заканчивая работой с аккомпаниаторами, с работой непосредственно с педагогом по вокалу. У меня было 3 разных аккомпаниатора. Это был курай, это был баян, это был рояль. Поэтому было сложно, разнообразно, но мы старались, нам это было интересно, потому что ведь, ну, мне это нравится, и моим педагогам, моему педагогу, моим аккомпаниаторам мы просто сделали работу, работали единой дружной командой и пришли вот к такому хорошему достаточно результату. Международный фестиваль «Дуслык Мано» проводится раз в 2 года. Традиционно на конкурс съезжаются лучшие начинающие исполнители башкирской и татарской песни.